Так, ну что, выходите за шпигелем, познакомиться поближе. Да, то есть дают такие так, шпигель так мне уберут. Ну что, доволен? Что, испугался или что? Интересно проходит знакомство. Что, Шпигель, доволен? Доволен, Шпигель? Девочки довольны. Они хотели очень со Шпигелем познакомиться. Так, это не для тебя. Не-не-не, ты туда не идешь. No. Шпигель раньше спал со мной, теперь со мной девочка, поэтому он себя чувствует чуть-чуть, ну, неуютно. О, еще сметанка покушает, не? Ну что, мне уже спать надо идти. Какой интересный мужчина, Шпигель, да? Девочки, вы влюбились в него? Но вам еще рано с ним иметь дело. Он вас намного старше, вы еще не готовы. Вы еще бэбички для него. Посмотри, как Кити с ним хочет познакомиться. Шпигель, что скажешь? Ты доволен ситуацией? Кити? Ты довольна? Этим кавалером?
Ну что? Хорошего понемножку. Все, хватит на сегодня.